Ошибка заключается в задавании стандартных вопросов. Стандартных вопросов. Что это подразумевает? Ну, вы встретили нового человека, и вы говорите, кем ты работаешь? Где ты училась? Или где ты учишься? Любишь ли ты животных? Какое у тебя хобби? Почему ты не женат? Стандартные вопросы. Что значит стандартный вопрос? Это вопросы, которые очевидно можно задать. Очевидно, эти вопросы, естественно, уже, ну, это как клише, да, они уже, это, знаете, как шаблон, по которому идет человек. Шаблонный вопрос. Является ли это ошибкой? Да, это ошибка. Я в свое время даже проводил эксперимент. Я специально, принципиально не задавал вопроса, где человек работает. Я не задавал вопросы, какое у него хобби. Я не задавал вопросы, сколько ему лет. Я даже не задавал вопрос, где он живет. Никаких стандартных вопросов. Как вы думаете, что происходило дальше? Я больше узнавал человека как личность. Вот это такая вот бомба. Потому что получается, что когда ты погружаешься в стандартные вопросы, ты потом, когда эти ответы получаешь, ты человека в какую-то определенную структуру зафигачиваешь. Там типа, ага, она там бухгалтер, все бухгалтеры унылы. Ну, как вариант, я просто, да, как вариант, на самом деле это не так. Есть очень прикольные бухгалтеры. Ага, у нее там хобби, она там любит карты Таро. Понятно, она эзотеричка, или он эзотеричка. Если вы убираете стандартные вопросы, этот человек попадает в вашей голове, да, в вашем воображении, в вашей памяти, в структуру, в которой неизвестно, что будет дальше. И вы начинаете его узнавать как личность, не привязываясь к той информации, которую вам он говорит. Это очень классная вещь. Если вы просто попробуете ради эксперимента не задавать стандартные вопросы и попробуйте узнать человека, ну, каких-то других вопросов, и он сам будет делиться какой-то информацией, и вы откроете для себя очень много интересного. И даже мне задавали такие вопросы. Почему ты не задаешь вопрос, кем она работает? Я говорю, ну, мне это не сильно интересно. Мне интересно человек как личность, зачем я работаю. Как ты смеешь? Ты должен задавать стандартные вопросы. Ты же, тебе этот человек не безразличен. Каким образом это связано с безразличием? Для меня это загадка. Но действительно есть такая реакция, что я не задаю вопросы. И если я не задаю стандартные вопросы, то этот человек, мне на него наплевать. А ничего, что я человека глубже узнаю, когда задаю другие вопросы, нестандартные. Следовательно, стандартный вопрос, если вы задаете стандартные вопросы, куда вы попадаете? Вот сами, вот опять же, вы помните, да, вызов эмоций. Мы общаемся и получаем от этого эмоции. Как вы думаете, куда вы попадаете, если вы задаете стандартные вопросы, если вы открываете стандартные темы? Правильно, вы становитесь стандартным, обычным человеком. А стандартный человек не вызывает эмоций. Почему? Потому что вас в этот момент нет. Но вас не существует как такового, потому что в этот момент вы безэмоциональны. То есть вы не вызываете эмоцию другого человека. Это является, ну, такой ошибкой. Она не очевидна, но она есть. Следующая ошибка. Следующая грубейшая ошибка по теме общения. Это думать, что нужно. Если я открыл тему про собак, я должен тему про собак продолжать говорить. Я должен задавать вопросы, высосать максимально из этой темы все, что есть про собаку. Ну, типа, например, парень сидит на свидании с девушкой и задает вопрос. Там, у тебя есть какие-то животные? Ты любишь животные? Или она сама просто начинает говорить про собак. А у него в голове постоянно там мысль... Надо какие-то вопросы задать. Если я буду молчать, если я не буду задать вопросы, она меня не будет любить, она не будет меня хотеть. Поэтому она сказала про собаку. Так, про собаку. Надо задать вопрос про собаку. Так, собака что? Какая порода? Она, ну, конечно, девушка отвечает. Он такой, так, порода. Понятно. Наверное, тебе нравится эта собака. Боже, что я несу? Ну, это же понятно, что если это и собака, она должна нравиться, как по-другому. Она говорит, ну, конечно, мне нравится эта собака. И он говорит, так, собака, еще что собака? Чем ты ее кормишь? Господи, зачем? Я спросил, про что кормишь, это же тоже очевидно. Ну, я кормлю ее разным, там, и так далее. Так, еще вопрос про собаку. Собака – это животное, правильно? То есть ты любишь животных? Зачем я знал? То есть человек начинает задавать очень много вопросов по одной и той же теме. И он даже не понимает, у него даже нет осознанности, что он может просто взять, прекратить задавать вопрос по этой теме и просто легко переключиться на другую тему, даже не продолжая. То есть он может задать вопрос, ну понятно, что ответ получит, и потом просто продолжает дальше. Задает следующий вопрос вообще по другой теме, никак не связан с животными, абсолютно. Он может задать вопрос про самолеты. И часто в базовых навыках общения у меня, да, в Индиве, базовые навыки общения, люди такие зависают. Серьезно? То есть можно задавать вопросы по другой теме, когда ты задал вопрос, например, по теме собаки, а потом ты просто задаешь вопрос про пирожки. Чё, серьезно, так можно? Оказалось, ребят, что есть определенные правила, которые человек записал в свою голову. И он считает, что если он открыл тему про собаку, Он должен максимальное количество, есть такие люди, оказывается, максимальное количество задать вопрос про собаку. И после того, как он завершил тему про собаку, он должен теперь говорить про корм про собаку. А после корма про собаку он должен говорить о игрушках о собаке. А после игрушки о собаке он должен говорить о кошках. После кошек он должен говорить, опять же, о корме о кошках. То есть человек продолжает, он идет последовательно, да, по одной и той же теме. А оказывается, можно просто это прекратить в любой момент. Сказал о собаке, теперь ты говоришь о самолетах. После самолетов ты говоришь теперь о пирожках, после пирожков ты говоришь о яблоке. Ну, хотя это одна тема, да, опять же, еды. Но после еды можно перейти на тему, например, как у тебя сегодня настроение? Да, банальный вопрос, но вы не задаете постоянно, нон-стопом эти банальные вопросы. Кстати, слово настроение, как у тебя настроение, не у всех. Не все этим интересуются. Ну, поэтому такой вопрос можно задавать. При том, что вы помните, что на моем канале есть видео, где я говорю, что вы сканируете человека и... по состоянию. И от этого состояния вы с ним общаетесь. Так тоже интересно.